И всем привет! Мы вернулись в игру. Вот. Сейчас поставим нормальную скорость. Я говорю, нормальную скорость. Короче, кругом одни, блин, жопочники сдыхают. Короче, походу я уже профукал все. Че это? Нажимная пластина. Вот сюда бы сходить бы, пока еще не поздно. Хлор, блин. Какие-то часы, что ли, на какая-то комнатушка. Ладно. Как-то вот здесь вот надо прокопать. Короче, людюшки помирают. Я не знаю, долго они, походу, не протянут. Пим. Так, ставим лесенку вниз. Чуть лучше зайти. Так, стоп-пешечка, отменно. Чего вы там радуетесь? Вы все сдохнете, блин, через 3 дня. А то и раньше. Да. В этом вообще прям все плохо. Так что там жратву хоть это готовит? Ну да, что-то есть, но что-то как-то не очень. Возьмем грязевых батончиков, что ли, наставим. Короче, насос очень тяжело качает это все дело. Строить вообще некому. Просто тупо некому. Кстати, вот я здесь забыл поставить квадратик. Чё там тебе не так? Сделал лужу. Ах ты ж нехороший ты человек. Он говорит, сделал лужу. То есть засал все. По-простому, по-бразильски. Что-то там ножки, куда ты пошел, ублюдок? Господи, опять и тут. Да блин, не то-то нажимаешь вот сюда вот. Вот. Легочность, походу, короче, эта каточка ушла в никуда. Сейчас они все сдохнут. Так, все, обесточить нафиг. Фиксируется. В смысле, на стол нажми. Отключить. Хорош там, блин, дурь мается. Да что ж такое-то? Очхи! Дубликант есть хоть один живой? Нет, еще. Да, всем тяжело. Короче, все ломается кругом, ни хрена не работает. Никто ничего не может построить. Это капец, все. Ну, кто-то шел что-то делать. Ну, короче, это так все. Туалеты все забиты. Разрушить. Авторемонт. На 9-ку, что ли, поставить? Я не знаю, хоть кто-нибудь освободится, так может. Горшки почистить, что ли? Короче, никто медициной не занимается вообще, хоть я поставил все таблеточки, но все тяжело, людей мало. Мало людей, все болеют. Что делать, прям ума не приложу. Вода нифига не качается. Так, а что если упростить задачу прям до безумия? Ну, не прям так криво. Ладно, если не пускай будет криво. И поставим эту вот воронку для воды, где она там. Клапан жидкости вот тут воткнем. И все-таки кинем на максимальный приоритет. Может быть, кто-нибудь изволит, да построит. Ой, это ты вы опять, в смысле, не опять снова. Да, коллапс.
Просто жалко наблюдать. Эти понасыкали. Эти, блин, соплями все закидали. Этот бедняжка крутит. Да все никак не накрутит, потому что нереально это все накрутить вдвоем. Да. Я, честно говоря, не знаю, какое у них увлечение может быть. Походу никакого. 27, уже неплохо, стресс ушел. Но эта жопочница все никак не. Еще никак не успокоится. Так, что случилось? Спать пошли? Или жрать пошли? Где они сиделись? Так и да, они пошли кушать, походу делать некому, готовить еду. Кругом бутли с мочой есть. Елки зеленые, да это даже не дочистил ни одного туалета. Офигеть. Походу мочи у меня будет очень много. Идите уже спать, елки-палки. Светлячки, кстати, вот еще яичко появилось. Не, круто, да нифига не крутого. Что тут? Пуфт! Ты как там? Нормально сюда? А что за рыбка? Что делает? Старость, голод. А что ты ешь, непонятно. Сейчас посмотрим, что внизу, может, что-то пишут. Дикость, яйцо, тропический паук, чего? Яйцо булькрыки 2%, что за хрень? Что тебе это надо? Там питание водоросли, загрязненная земля, декор плюс 10, радиус, одна клетка. Короче, какая-то хрень. Спит и мечтает, чтобы сходить в туалет. Этот два шага не может пройти, чтобы всех не забрызгать слюной этими соплями. Пока он будет идти до своей кровати, он не дойдет. В смысле, дойдет, конечно, такое уже утро наступит. Так, походу, мне надо приготовиться к массовому обгаживанию. Да лёж ты спать, балбес. Вставать пора, братан. Я же говорю. Сейчас я пообгаживаюсь. А, вот уже. Уже пошло дело. Короче, коллапс. Самый настоящий. Да иди ты со своей лужей. Господи, все бы загадили. Да ж сколько ж можно ссать? Вы, блин, один бассейн только за один цикл можете нагадить. Ну, кто-то сюда что-то убирает, молодцы. Ой, дайте мне новенького дурачка какого-нибудь, который захочет попасть в бою. Заведение. Потому что, походу, худших условий уже не будет. Хотя всегда есть куда хуже. Да. Накинем чуть скорость, потому что это долго. Даже некому собирать. Ты куда? А, лужа у тебя, молодец. Надо... Оп-оп-оп-оп. И все. Куда? Куда бежишь? Соконение кругом. Да что ты делаешь? Да ты посмотри на ту... Ту... 51 литр там было только что написано, или 16. Это сколько у вас воды находится, вообще непонятно. Вы что, с ума сошли? Сопливые, блин. Так, ну все, хоть здесь хоть поубирали. Короче, я не знаю, что происходит, но факт в том, что это все по ходу дела. Колонии пришел капец. Эта вода все никак не уйдет, долбаная, блин. Сколько ж можно перекачивать их гребаным насосом? Так, надо, короче, поставить приоритет прям ниже везде.
где мне не надо. Вот как-то так. Ну, что-то надо еще поуменьшать, потому что они ни черта не могут сделать. Ой, батарейки прям совсем. Так, недостаток еды, кого требуется медкровати. Недостаток выработка кислорода. Что за фигня? В туалет он хочет? Так сходи, кто тебе... А, ну да, ходить-то некуда. Ходить-то некуда. А, как все плохо. Поскольку вы можете один и тот же унитаз уже чистить, блин, никак не можете прочистить его. О, появилась жертва очередная. Давайте посмотрим. Пацифист, мелкий мочевой, никуда, никогда не в жизни. Криворучка. Жопоручка, что ли? Не может строить сразу. До свидания, хлюпик. Вот ты выиграл, хлюпик. А что тебе там не нравится? Иди пока делай что-нибудь. То есть его саканина на полу, походу, вообще никак не напрягает. Я так заметил. Не знаю, надо еще где-то посмотреть. Сделал лужу, красавчик. Сейчас посмотрим, где. Молодец. Слышишь, новенький, ты ничего не попутал? В смысле, ты только что пришел какую-то. Так, настройки стресса надо убрать сразу, короче. А что ж такое-то? На 50. И до 20. Тут то же самое. Потому что мне это вообще не нравится. Давай до 40. Нет, до 50. Пошел нафиг отсюда. Ты смотри на него, только пришел уже, блин, он пошел на массажер. Тут люди, блин, вздыхают кругом, обсыкаются, а он, блин, массажер пошел. Ты смотри на него. Ты ничего не попутал? Убирай давай, 24 литра он. Где он делся? А, вот он. Жопорукий. Давай туалет чисти, говнюк. Так, кстати, да, уже хоть почистили, хоть что-то. Молодцы. Ну, что-то начало двигаться, наконец-таки. Так, что-то здесь появилось. Видать, кто-то что-то начал делать. Опять обоссали. Вот, нет. Вот, наконец-таки. Кто-то выздоровел? Да ладно. Кто-то выздоровел. Вот этот вот, походу, был больной себя. Да ладно. Неужели все норм... ну, относительно, скажем так, нормализовалось? Пошли копать. Это, наверное, копать не так уж и важно. Ну да ладно. Пускай пока что-нибудь сделают. Ну хорошо, хотя я думаю, что я уже, короче, все, их потерял. Так, стоять. Стояночка. Разбираем эту вот хрень. Потому что ну куда это годится? Никуда не годится. Что тут такое валяется? А ничего не валяется. Разрушить его. Блин, некому разрушить. А приоритет? Какой приоритет? Максимальный, пожалуйста. Да какой голод, жрите, еды полно кругом. Вот честно, что происходит? Да пошел ты в баню, иди уже куда-нибудь. Только не разблизывайся своими соплями. Ладно, хоть что-то происходит. Короче, конфетку делали. Да не доделали. О, этот до утра будет бежать, да?
Нет, ты смотри, успел. Относительно. Ну да. В смысле это? Хорошая штука. Лаги. Уже два голодает. Да конечно, он даже до туалета за целый день дойти не может. Не то, что там что-то готовить, еду или вообще поесть пойти. Офигеть. Так, все, отмена, отмена. Вот это вот не надо делать вообще ни разу. Иди отсюда. Фу-фу-фу. Какой-то кошмар. Что происходит? Кстати, вода пошла. Так, ну вот, слава богу, что-то начали делать. Так, ты кучерявый. Ты кто там? Ой, те кнопки. Гарольд. Давай-ка ты у нас будешь строителем. Потому что он у нас сейчас прям совсем нужен помощник архитектора. Обойдешься. О! Строителем министерства ты любишь. Пофигу, давай. Пошел давай отсюда. Ну, жрать пошел готовить. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Еда, кстати, тоже нужна. Так, только не верю, что это опять кто-то делал лужу. Нет, вроде нет. Разобрали? Хорошо, хорошо. Молодцы, молодцы, молодцы. Так, где у вас туалеты? Туалет. 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 И ванная. В смысле, этот умывальник. Нет. Где у нас умывальник? Умывальник, 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 умывальник. В смысле, нет умывальника. Не здесь. В медицине. Так и да. Ладно, можем еще даже один туалетик поставить. Да уйди. Ага. Не катит. Нет фундамента, говорит. Ну не так нет. Стройте. Быстро. Максимально быстро. Давно уже пора было сделать. Так. Наконец-то кушайте, кушайте, ребятки, кушайте. Давайте еще грозовик батончика сделаем. Так, никак они, зараза, не достроят вот эту вот хрень. Так, ну хоть что-то где-то начало проявляться. Что-то куда-то носят. И вообще делать совершенно не то, что нужно от них. О, туалет начали строить. Молодцы. Кстати, это полезная вещь. Ну, нынешняя-то ситуация, потому что я вижу, что им реально много. Всем не хватает туалетов. Людей много, а туалетов мало. Это плохо. Так, давай, готов, готов. А вот и нет. А вот и нет. Так, выбранное направление. Вот только в ту сторону. И девяточку ставим. Сейчас кто-нибудь водички принесет. Надеюсь, только не описанные водички не принесете. Кошмар какой-то. Два шага сделал. Чихнул. Чихнул, два шага сделал. О, молодцы. Ну, ну достройте эту хрень-то. Голод, говоришь? Готов жрать. Готов жрать. Несмотря ни на что. О, отлично, все сработано. Только даже водичку мы, ну, молодцы. Мойте руки. Справляйте свою нужду. И все будет хорошо. Блин, а стресс-то копится. И очень сильно копится. Ладно, фиг с ним. Какие незабавные. Кошмар. Так, готовят, готовят, это хорошо. Куда ты идешь?
Ты чё вообще сюда пришел, дебил? Чтоб соплями все каждую кровать отгрызнет. Красавчик. О, наконец-то вода пошла, слава богу. Чем быстрее высморкнется эта вся фигня. Так, хорошо, хорошо. Хорошо, но плохо. Так, где тут у нас душ? Не хватает сырой металл. Окей. Нам надо сырой металл. Смотрим в исследованиях. Исследование стоит. Ну, конечно, почему бы и нет. Так, где у нас печь? Что это? Никакого удобрения показать скорость созревания растений. Не критичного. Не мешало бы. Синтезатор удобрения. Что что такое? Гидроклетка. Гидропонная клетка. Водоросли у нас. Блин. Короче, не в этом. В приоритете надо что там. А так они же еще ни хрена не сделали. Почему остановилось? Наверное, ресурсов не хватает. Да и некому это все делать, если честно говоря. Ладно. Металл, металл. Кстати, я же хотел... Ладно, надо. Короче, я сейчас паузу нажму. Вот она, наконец-таки я нашел эту хрень. Ставим сюда, пускай исследования идут в эту сторону. Так, ну люди болеют, конечно, голод. Отчет от цикла 33. Ну тут 33 сутки и живут, слава богу. Почти еще никто даже не умер. Стресс копится. Все плохо. Но они хоть спят, кислород вроде как есть. Недостаток еды, ну так что я могу сделать? А может я могу сделать еще одну хрень? По выработке еды, а почему бы и нет? Почему бы то и нет? Давайте хотя бы... В смысле не хватает ресурса? Понятно, сырой металл где-то делся. А где же мы его добывали-то? Это меч, что ли? Медная руда. Ну, давайте немножко медной руды добудем. Чего бы нет? Пускай копает, кто может. Молодцы. Туалеты вроде как. Ой, 4 голодают. 4 голода это плохо. Кто-то должен готовить жрать такого. Никто жрать не готовит. Ой, тут все прям совсем плохо. Прям совсем. Совсем плохо. Давайте на девятку поставим вот это вот все. Потому что еды нет. От слова прям совсем нет. На руководитель я еще тот. Да хватит там с соплями с ним брызжить. Так, ну водичка потихоньку добавляется. Вот ты пошел лечить. Ну вот. Ладно, пускай лечит. Жрать-то кто-то будет готовить или нет? Только не ты сопливый. Так, ну вода наполняется, это уже хорошо, и скоро опустошу этот бассейн. По большей части. Потому что я так понял, что давления не хватает. То есть вот этот насос клапан не может продавить такое количество воды. То есть надо, чтобы она тупо просто сверху капала. Слабый нефир, недостаточно еды, но хоть голода нет. А, вот появился глаз. Только я сказал, что нет голода, и вот тебе вуаля. Наконец-то начали собирать хоть что-то. Так, я смотрю, что надо строить где-то еще один воздушный этот вот генератор. Да прямо здесь рядышком и воткнем. Чушь там, блин. Да что тебе там не нравится? Слабый иммунитет. Ну так, не все же идеальные. У кого-то слабый, у кого-то не слабый.
Баба, ты опять сюда пришла? А кто будет этот вот работать над этой фигней? Тут 9, тут тоже 9. Ну хорошо, что хоть вода течет. Почему от растения вот эти вот не поглощают кислород? Это же, блин, нереально. Температура минус 10, минус 30. Атмосферное давление. Кислород, загрязненный кислород, углекислый газ. Углекислый глаз. Круто, сказал. Так, что тут? Так. Феромоны, за которые все существа считают это растение очень красиво. Декор плюс 26. Понятно. Так кислород ты вырабатываешь или нет? Основной элемент. Вот непонятно, вот реально. Вот вырабатывает он кислород это. Галочка какая-то стоит. О, наконец-то ты начала готовить. В смысле это. Углекислый газ, кислород. Это растение поглощает из. Погружено в загрязненный кислород. Очень херня какая-то. Короче, беспонтовый этот вот, как его, декор. Так, опять ты прибежала в Bubbles. Так, поставим эту штучку опять же на девятку, я уже не знаю даже, что с ними делать. Потому что у меня нет. Кто-то прокачался наконец-то. Ешьте, ешьте, наконец-то хоть что-то происходит. О, а ладно. Все растения жили. Живите червяком и не то самое. Бывает еще хуже. Вы еще нормально живете. Так, стойте. Кто-то должен копать. Серьезно. Кто-то должен копать, потому что все очень плохо. Надо ставить душевые. Они вроде как высокие, эти душевые, да? Блин, я даже не могу выбрать ее, чтобы посмотреть. Медная руда, золотой склад, ничего не хватает. Надо копать, 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 еще раз копать. А где взять так? А вот, это медь. Вот она родненькая медь-то. А тут воды. Тут еще до хрена воды. Ёлки-моталки, целый бассейн. Ну насос прям трудится нормально. Так, ну нормально. Вроде как все плюс-минус заработало. Это уже хорошо. Кто-то кого-то лечит, кто-то лежит на этом, кто-то писался, кто-то крутит колесико, кто-то еду собирает. Все прекрасно. Куча загрязненного воздуха, просто с ума сойти можно. Кислород, хороший кислород. Грязь, 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 грязь. Недостаток материалов. Грязь. Круто. Да, вот этот вот прям, наверное, он просится его снять. Девяточку. Уголек. Это что у нас? Это, наверное, металл. Давайте, ребятки, я вас верю. Кто-то-то сможет. О, туалетик забился. Руки моем, правильно, мойте руки. Опять она пошла на этот вот. Bubbles. Имей совесть. Что там у тебя? 50 стресс. Окей. Девятка, короче, никто. Анбак, потому что они не могут поставить, потому что почему? А потому что не хватает ничего. Ну давайте. Ну, о, молодцы, пошли копать. Отлично. Так, уничтожить жука. Показать навигацию. Отлов. А давайте отловим, чего бы нет. Я никогда их не ловил, поэтому попробовать. А кто его, интересно, будет ловить? Такой вопрос. Простейший, но требующий ответ. Наверное, никто.
закопался жопочник. О, да ладно, что-то они даже построили. О, дубликант. Ой, наверное, придется его брать. Так, маленький нет сразу, бревно. Не может узнать исследование. Ну, как бы, человек один есть, чувствительный кишечник, что с того не так. Дубликанта на мускулах есть ощущение мускулы смысла. А, не то нажал. Так, этому дубликату потребуется дополнительное время, чтобы справить нужду. Задумчивость. Ладно, фиг с тобой. Походу, ты самый лучший здесь. Ну только не обольщайся. Ты просто лучший из худших. О, пошло строительство. О, медь появилась. Отлично. Медь это хорошо. Медь это хорошо. О, кто-то начал компост мешать. Да ладно. Красавчик. Да, ну жопа кругом одна, жопа сплошная. По-другому. О, ладно, кто-то хоть начал готовить еду. Молодцы. Ресурсов нет, а нет, есть. Давайте еще какашек сделаем деревянных. Как этих вот из. Что-то там. Из этой. Из грязи, короче. Ну, воду перегоняют, молодцы, перегоняют. Тут, короче, я сделаю клаку. Насос поставлю с этим. Грязную воду буду закачивать сюда. Здесь где-то поставлю еще очиститель воды. Да, это все надо. Не все так просто, не все так быстро. Не все так вообще просто. Как кажется на самом деле. Так. Нету. Это надо будет собрать эту фигню. А для начала надо все скопать. Да, круто. Исследование происходит. Так, ну как бы назначено, ничего не происходит. Бабблс, Бабблс кайфует. Понятно, сейчас пойдут все жрать, спать. Красавцы, слабый иммунитет, 3 человека, прям шикарно. Прям лучше не придумаешь. Да хватит там уже сопливиться. Кошмар у нас апокалипсис стопроцентный. Ладно, отловом пока не будем заниматься. Просто выключим. Пускай что-нибудь ходит. Он жрет материал этот вот. В принципе, мне этого материала очень много. Так что пускай пока кушает. Так, вода хорошо поступает. Интересно, это смогут они отключить? Ой, не то. Ну, они туда, скорее всего, никто не сможет добраться, поэтому ладно. Включить дезинфекцию. Ладно, короче, не то, что-то я включил. Так, руки моют, хорошо, что-то там дезинфицируют. Никто не копает. Насос хоть убийцами, хоть работает это насос. Интересно, эту воду собрать можно? Слишком глубоко, понятно. Что-то там не нравится, иди давай сюда. О, исследование пошло, молодец. О, что-то исследовалось даже. Так, что смотрим? Что это? Камера облака, камера вот так. Разгрязи и время получения керамики. На кое нам сейчас нужна, даже не знаю. Поэтому пока не будем ее строить. Керамика сейчас не приоритет. Сейчас приоритеты совсем другие вещи. Вообще даже. Здесь они все. Блин, я никак ничего не могу построить. Что за беда? Так, хоть кто-то готовит, это хорошо, пускай готовит, хоть что-нибудь делает, потому что это что-то, что-то с чем-то.
Не копает. Никто не копает. Слишком много задач, слишком мало людей. Вот если бы еще Bubbles не лежала постоянно на этой фигне, было вообще прям замечательно. О, да ладно. Вы решили копать? Это хорошо. И недолго. Куда помчалась? А, грязь добавила. Молодец, молодец. Ну, копает она довольно-таки быстро, это факт. Гранит фигачит, или что он там копает? Да, вроде как гранит. О, молодцы, кто-то еще присоединился. Голод, два человека, да ладно, опа. Ну да, туда они уже не достанут, потому что просто они не достанут физически. Я-то думал, что в этой серии будет коллапс, но вроде как будто бы мы что-то куда-то выкарабкались. И это хорошо. Да, это хорошо. Тут мели столько, бляха-муха. Где ты жопочница? Почему ты не исследуешь? Bubbles, а, Bubbles кайфует, как всегда. Так, смотрим, что там у нее. 3.45, а я просто на сколько поставил? Да блин. А что ты будешь делать? Блин, ты же это вот назначал-то. А, вот. Ладно, поздно, потому что они... Она лежит там, и ничего с этим не поделаешь. 44 стресс, ну хорошо, Баббл все-таки потихонечку стресс-то уходит, и то хорошо. И это хорошо. Так, давайте лесенку что ли здесь построим. Так должно хватить, по идее. Дверточку поставим. Клок, досух. Сейчас все пойдут отдыхать. Ой, ты все конфетки сделал. Бляха-муха. Котлетки, конфетки. О, прокопали, да ладно. Ух, тут еще жуки есть. Ну, в принципе, это пускай ходят. Но я думаю, надеюсь, они медь хоть жрать не будут. Ну да, надеюсь. Так, вот здесь вот у нас сверху нужен... Блин, здесь тоже надо все выкопать. Вот здесь вот большую камеру сделать. Тут поставить клапан, который будет закачивать водород. Здесь внизу будет стоять этот вот генератор, который перерабатывает грязную воду. Здесь будет кран, здесь будет насос, который засасывает эту грязную воду. Ну, короче, как-то так все. Он будет делать из нее чистую. Плюс я поставлю душевые кабинки. Поставлю здесь, то есть они будут мыться. Плюс здесь поставлю еще туалет, этот, унитаз нормальный. Умывальник, в смысле, здесь вот унитазы нормальные поставим. Вся эта грязная вода будет стекать вот в эту клоаку. Перерабатываться в чистую воду, уходить сюда, в бассейн. Вот. Плюс будет генератор, который стоит на водороде. Мы будем здесь еще кислород с воды вырабатывать. Короче, вот, кстати, водород. У него, кстати, не так ни хрена себе. Его уж не так уж и мало, я хочу вам сказать. Далеко не мало. Пуфт. Голодаешь, да? Конечно, голодает. Ему нужен грязный воздух, а не какая-то там херня. А это что? Природный газ. Почему-то гейзер. Наверное, потому что здесь очень большое давление. 5 килограмм на непригодное дыхание. И очень тепло. 46 градусов. По Цельсию. Откуда музыка играет? Что-то я раньше вроде как не замечал. Ну да ладно.
В общем, короче, уже по 39 минут доходит. Будем потихоньку как-то все продолжать играть. Так что все идет, еда готовится. В общем, на этом я буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр. Так вот, медицинский отсек требует расширения. Да. Вот здесь, кстати, можно пару медицинских кроватей поставить, но это ладно. Ну что ж, ладно, прямо сейчас поставим. Вот еще здесь две кровати можно поставить. Они, в принципе, влазят. Слава богу, для них не надо никакого этого вот. Никакого медицинского оборудования, в смысле электричества даже не надо. Практически ничего не надо. Что здесь? Ну, так вы уже почти. Почти выкопали, надо, значит, ступеньки поставить, чтобы не прыгали. Оп, 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 молодцы. А эту всю хрень надо скосить. Или убрать. Ну, что-то надо сделать, это факт. Так, котлетки кто-то готовит? Никто не готовит ничего. Почему-то все заняты. В общем, ладно, а на этом я буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.